Киев, улица Набережная Хрещатинская, возле Гранд-отеля развязка от речного вокзала в сторону Оболони и по Подолу. Вот четырехпалубный «Принцесса Днепра», теплоход стоит пришвартован. Порт приписки, по-моему, Херсон у него. Суббота, люди отдыхают, карусели крутятся, яхты катаются в Киеве. Прекрасная погода. Люди отдыхают, гуляют. А я делаю обзоры хороших, красивых мест Киева. Дальше мы видим Куханов остров, пешеходный мост на него. Сбоку сейчас будет у нас видно речной вокзал, здание речного вокзала и кафешки возле него. И красивая площадь перед ним. Играют музыканты, туристы, зрители наблюдают. Красивое место для отдыха жителей Киева и туристов. Вот такое красивое место. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал в Ютубе. Карачук Валерий называется. Ставьте колокольчик, будете видеть сразу же каждое новое видео. Кто любит город Киев, кто хочет узнать о нем больше, пожалуйста, подписывайтесь. Приезжайте, будем рады. Снимаю речной вокзал, город Киев. На площади перед ним духовой оркестр исполнял только что популярную песню украинской певицы, которая чуть не поехала от Украины в 2019 году на Евровидение. Маруф. Вот до того популярная исполнительница, и сама же пишет песни, что ее уже играют не только она, но и другие музыкальные инструменты, можно сказать, на каждом углу. Вот церковь, за ним метро и фуникулёр. Правда, отсюда не видно. Необходимо пройти 20 метров. Красивые новострои уже напротив речного вокзала. Красивое место. Место отдыха туристов. Потому что рядом Подол. И киевляне, конечно же, в свободное время от работы гуляют по набережной Днепра, набережной Хрещатинска, в районе речного вокзала. Улица Саксаганская, часть ее перекрыта, которая начинается отсюда, от речного вокзала. Популярное место отдыха киевлян. Сделано сейчас пешеходной зоной. Очень много всевозможных кафе, ресторанчиков. По вечерам полностью забито туристами и отдыхающими. Очень хорошее место для отдыха. Так что приезжайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем рады видеть вас в Киеве. Всего хорошего. Секс-бомб, да? Вот так вот.